Продукты питания, бытовая химия, товары на каждый день. Корзинка добра активно начала пополняться. Первыми свой вклад несли ученики 35-го лицея. Ребята пришли с полными пакетами вкусняшек, чтобы помочь тем, кому в жизни приходится несладко. Решили тоже внести свой посильный вклад для одиноких пожилых людей, подарить им тепло и как-то помочь и вот дать вещи первой необходимости. Мы принесли гречки, разные круповые каши, бытовую химию и все самые необходимые пищевые продукты пенсионерам. Благотворительная акция «Корзинка добра» проходит впервые. Ее организует редакция газеты «Нижнекамская правда» медиахолдинга НТР. Собранные вещи будут переданы одиноким пенсионерам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Списки пожилых бабушек и дедушек подготовил Центр социальной помощи «Милосердие». Как только у нас наберется достаточное количество подарков, мы будем формировать корзинки и потом уже подарим их горожанам. Приглашаю вас принять участие в акции. Что это будут за подарки, решать только вам. Продукты питания или бытовая химия – все, что угодно. Главное – дарить от души. Благотворительная акция продлится до конца апреля. Внести вклад в общее и доброе дело может каждый. Вещи принимаются в редакции газеты «Нижнекамская правда» по адресу Химиков 64А. Давайте вместе поможем одиноким пенсионерам и словом, и делом. Альбина Валеева, Евгений Лызаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.